традиции праздновать 25 января как День студентов уже более 2,5 столетий. В 1755 году, в день великомученицы Татьяны, российская императрица Елизавета подписала указ об учреждении в Москве университета и 2 гимназий. С тех пор Татьянин день стал профессиональным праздником всех студентов. Отмечают его и в Беларуси. В этот день молодые люди с гордостью заявляют о своей принадлежности к особому статусу студента. Высшее образование всегда было одним из приоритетов в жизненных целях человека. По данным ЮНЕСКО, в настоящее время около 150 миллионов человек в мире получает высшее образование. За 1,5 десятка лет цифра удвоилась. Беларусь в этом плане среди лидеров. Соотношение студентов к общей численности населения – одно из самых высоких в Европе. На 10 тысяч граждан – 354 студента. По данным на 2010 год, до 90% молодежи в Беларуси получало высшее образование. В этом эксперты усматривают как положительные, так и настораживающие факторы. Помимо проблемы востребованности специалистов, под сомнение ставится и качество высшего образования, в связи с чем система высшего образования в Беларуси сегодня находится на этапе усовершенствования. Сегодня в Беларуси насчитывается более 300 тысяч студентов. Из них большая часть получает диплом государственного вуза. Высшее учебное заведение страны в большинстве своем представлены классическими университетами. Их насчитывается 34. Есть 9 академий и 9 институтов. В последние годы белорусские вузы стали гораздо чаще занимать высокие позиции в международных рейтингах.